Здравствуйте, доброго всем дня, дорогие подписчики моего канала, друзья. Сегодня мне пришла посылка из Болгарии. Значит, здесь должен быть примус 1975 года выпуска. Ну, должен быть в хорошем состоянии. Я его купил на eBay. Ну, решил купить. Хоть и немного дорого, но во всяком случае таких примусов очень сейчас мало. Ну, сейчас я вот вскрываю его перед вами. Сейчас скрою. Ну вот я порезал сейчас вот эту часть. Вижу, что продавец упаковал ее достаточно хорошо. Смотрим. Так. Ну, вроде бы такая упаковка. Извините, что камера немного подергивается. Я его остановлю пока. Значит, вот так. Вот. Шмель один. Так. Так, состояние, котелок, ну вот этого вот не было, это, наверное, при транспортировке случилось. Так, открываю. Угу. О. Совсем новый колпачок, ветрозащита. Нет, состояние его было новое. Вот ручка, совсем новая, совсем не использованная, можно сказать. Хотя продавец написал, что он использованный. Возможно, его всего раз разжигали, не больше. Вот, видите. Это зиппы, совсем новые. Воронка. Так. Нижний колпачок. Совсем новый. Совсем, абсолютно новый. Совсем не использовался. Вот. Вот шмель. Копия австрийского Фобуса. Так, вот насос его. Абсолютно новый. Закрученный, да. Так, ну, его должен быть здесь паспорт, шмель. Так, посмотрим, какого он года выпуска. Так, гарантийный талон. Вот, ноябрь 1975 года. 75 года. Ленинград, завод Арсенал, чисто арсенальский, да, вот он, я так вам покажу, чтобы было ясно видно, ну, возможно, разжигался он один раз, но состояние ножек, потом самого примуса, вот видите, здесь даже цена 10 рублей, да, это настоящий
советский, можно сказать, фёбус. Шмель. Ну, конечно, сейчас практически таких уже не осталось. Вот положим его здесь в ветрозащиту. Просто ручка у меня вызывала сомнения. Обычно эти примусы не компоновались такими ручками. Но я думаю, что уже ближе к концу 75-го года уже начали выпускать вот такие черные ручки. Раньше они были круглые, значит, красная ручка была. Да. Ну, в принципе, все здесь нормально. Все на месте. Да. Вот даже газетка из Болгарии. Все. Шмель. Котелок. Все на месте. Сейчас посмотрим, какого состояния этого котелка. Да. Вот и котелок. Нет. Состояние отличное. Можно сказать, что состояние 4 с плюсом. 4 с плюсом. Да. Отлично. Давно у меня не было такого. У меня есть 74 года. Ну, практически, что отличается, единственное, что отличается от примуса 75 года, это паспорт. Это коробочка с зипами. На 74-м году это, значит, эбонитовая. И ручка. Все, все остальное. Все остальное. Все остальное. Это можно сказать, что такой советский фёбус. Да, спасибо большое. Я очень рад. Даже, можно сказать, нету слов для радости. Да, спасибо вам большое. Вот хотелось поделиться этим событием. Спасибо большое. До скорых встреч.